Как же это сделать? Как попасть в такое маленькое горлышко? Бетти, ты что, пытаешься попасть ментосом в колу? У тебя не выйдет. Для этого нужен настоящий профи, как я. О да, я настоящий мастер! Да ты просто хвастун. Я тебя сделаю. Именно ты уронишь эту башню. А вот и нет, это ты проиграешь, понятно? Думаешь? Нет, я не позволю тебе победить. У меня есть идея, как сделать так, чтобы ты точно проиграла. Это и правда сложно, но у меня получится. Нет! Ура! Я знал, что выиграю. Получила? Никто не обыграет крутого Теда. Ну что, я с легкостью получу что-то очень вкусное. Я бы не отказалась от палочек Поки. И именно они мне и достались. Потому что Бетти самая крутая. Настало время открывать и наслаждаться прекрасным вкусом. А я боюсь, что у меня ничего не выйдет. Главное, чтобы не попался перец. Блин, я так не хотела перец, и мне попался именно он. А, какой же он острый! Да ну вас с такими челленджами! И только у меня будет вкусняшка, потому что не зря я занимался карате! Это именно то, что я хотел! Мармеладный глаз – это вкусно и круто! А я бы хотела айфон. И я уже придумала, как до него добраться. Ура! Он мой! Ну что, может быть круче нового айфона? Мой красавчик! Пройти с закрытыми глазами через скотч? Да это же проще простого! Вы не сказали, что его нельзя рвать! Нечестно! Думаю, я справлюсь и получу приз! Блин, говорила мне мама, что торопиться не нужно! Повезет в следующий раз! А я ловкий, так что любое препятствие запросто пройду! Да, есть! Я так и знал, что выиграю! Давайте сюда мой суперприз! Может, если быстро пробежать, то ничего не будет? Кажется, план не удался. Только не брызгайте сильно, умоляю. Надеюсь, я попаду на вкусняшку. Блин, сливки. Они вкусные, но съесть их не получится. А мне сейчас явно повезет, это закон. Ай, как больно. Кто вообще засунул сюда кактус? У меня болевой шок. О, падаю. А мне бы хотелось поесть, так что я надеюсь на удачу. И она сработала! Теперь это Орео мое, и я смогу наесться. Интересно, что же выпадет мне? Главное не торопиться, тогда получится поймать что-то крутое. Вот это я понимаю, круто! Чипсы любят все! Я хочу победить в игре кальмара, а не стать первой жертвой. Главное обращаться с печенькой аккуратно и нежно. О, аккуратно и нежно. О, передайте маме, что я ее любил. Ты проиграл. Я не хочу получать сливками в лицо. Но у меня игла затупилась. Что же делать? Видимо, придется применить зубы. Нет, пощадите. Пока. Раз не получилось у стольких людей до меня, то у меня получится просто обязательно. Тем более я девочка осторожная и аккуратная. Вот и все. Печенье в виде сердца готово. Теперь я могу полакомиться своим призом – вкусненькой шоколадкой. Хочешь, Твикс? Ну давай, квадратик, открывай рот. Уж Твистер я точно пройду. Для меня это самый простой конкурс. Блин, я все-таки ошибся. Ты ошибся, у меня все точно получится. Вы же не станете макать девочку в сливки? Видимо, станете. Смотрите и учитесь, как нужно проходить твистер. Пару прыжков и весь тортик мой. Ой, теряю баланс. Ну как, вкусный тортик? Очень, я доволен. Это было эпично. Дай пять. Я готов обменять своего любимого Мишку. Думаю, я могу обменять его на Поппит. Но одного будет мало. И двух тоже. А вот три – это идеально. Давай сюда Поппита, а я отдам медведя. Класс! Теперь буду коротать время за тыканьем. Ого! Мне готовы выменить айфон? Сейчас посмотрю, что же я могу предложить.
Может, шарик? А вместе с ним еще и Поппет. Даже два. Точнее, три. Мало? Да ты просто настоящий жадина! Держи мои Найки, новые, между прочим. И этого мало! Ты обдираешь меня до нитки! Штанов-то хватит! Ура! Наконец-то айфон будет моим! Что это за фигня на палочке? Ты меня обманула! Ну верни мои вещи! Тут мне нужно только везение. Главное, правильно расставить эти бутылки. Ура, я выиграла! Значит, получаю крутой приз, и мне не придется есть эти брокколи. Думаешь, везет только тебе? Да тут все выигрывают. Сейчас и я получу приз. Блин, выигрывают все, кроме меня. Сегодня не мой день. Конечно, не твой, ведь он мой. Хотя бы одна бутылка у меня точно совпадет. О, нет! Почему именно та, которая возле брокколи? Я его терпеть не могу! Меня сейчас вырвет. Надеюсь, все пройдет гладко. Для меня главное – это не получить брокколи. И я его не получила. Ура! А вот айфон мой. Вот это я понимаю везение. Вау! Это мой самый любимый челлендж. Главное – пролить там, где лежит что-то вкусное. Но я же просила вкусное, а не кислющий лимон. Все вкусное заберу я. Блин, кажется, я заберу только сливки на своем лице. У меня хорошее предчувствие. И оно меня не обмануло. Я не буду есть гадость, я буду лакомиться шоколадными конфетками. Моя цель – айфон. И я уверена, к ней иду. Еще чуть-чуть. Да! Я верил, что смогу победить! Хоть бы бургер, хоть бы бургер! Да, вот это я понимаю, сила слова. Наконец-то поем. Я тоже хочу что-то вкусное. И мне тоже повезло. Я могу забирать нутеллу. Обожаю ее. Раз уж вам всем так везет, мне тоже должно повезти. Ура! Попкорн я люблю. Это очень хороший приз. Oh, no. Так, вы разобрали все самое вкусное. Мне может достаться только зубная паста? Я бы хотела шприц со вкусняшкой, но придется есть пасту. Зато теперь у меня будет вкусно пахнуть изо рта. А вы так и будете вонять. Ненавижу этот челлендж. Зачем вообще рвать пленку лицом? Это же бессмысленно. Мне досталась паста. Но это лучше, чем сливки в лицо. Тоже не люблю этот челлендж. У меня обычно не хватает сил, чтобы порвать пленку. И в этот раз их опять нет. А вот для меня эта пленка совсем не проблема. Я за одну секунду смогу ее порвать. Ну вот и все. Теперь можно и киткат съесть. Вкуснятина! Я не девчонка, поэтому точно смогу порвать пленку. Я смогу. Ну, можно и руками помочь. Ой, ой, больно. Ну, хватит. Ой, ну, прекратите. Какой бы подарок выбрать? Главное, чтобы внутри был крутой приз, а не какая-нибудь гадость. Блин, я так и знала, что нужно другой выбирать. Спасибо, весь макияж мне испортили. А я бы хотела поесть. Где может быть еда? Все верно. Еда ждет тебя прямо в моих руках. Класс. Спасибо за вату, Супермен. Это самый сложный выбор из всех, что мне приходилось делать. Ну, была не была. Пусть будет эта коробка. Да что ж такое? Не везет мне сегодня. Хоть бы мне повезло. Хочу, чтобы попался зеленый цвет. Надо же, прямо так, как я и хотела. А я бы не отказалась от желтого или красного. Ура, сегодня шарики очень любезны. Сплошное удовольствие. Если любезны к вам, то любезны ко мне. Блин, опять мне не повезло. У меня плохое предчувствие. Надеюсь, просто кажется. В
все-таки нужно слушать свой внутренний голос. Зак, я в два счета тебя уделаю. Это мы еще посмотрим. Не говори раньше времени. Ну что, понял, как надо? Вот я и выиграла. Зак очень удивится, когда увидит иголочки у меня на подошве. Да ну как? Как ты смогла? Очень просто. К тому же у меня был небольшой секрет, который я прилепила на ноги. Сьюзи, да ты жулик! Так нечестно, ну стой! Тик-ток-челлендж – это очень круто. Они такие короткие и такие смешные. Хотя все эти челленджи все равно держат в напряжении до самого конца. На мульти-до-челлендж вы найдете еще кучу таких же классных видео. Ну что, пока-пока и до новых встреч!